Здравствуйте, друзья мои. Сейчас чуть потяну. Ну, пока пошел, камеру взял. Что-то уже и его не стало. Это молодняк в небе. Молодежь, вот которая зимняя молодежь, которая себя оставил. Что вытворять это? Кто-то там говорил, покажи, говорит, мне нормальную погоду. Как они бьют? Вот показываю, смотрите. Это вот пескун, зеленая грудь мазанный. То есть декабрьский пескун. Нормально стоят? Думаю, лучше не придумаешь. И при том, только что была атака. Может, еще и придет опять. И они работают парами сейчас. Вот опять наверху пошел дикарь. Это сейчас кинет себя. Это от стариковского сына. Вот этот. Депутатского сына. Депутатский внук. Хлесткий удар. Бой хлесткий уже. И это пескун. Он еще будет выравнивать и выравнивать и выравнивать. Как бы на него направляю, смотрю вверх. Потому что должен прийти он сейчас, должен опять прийти. Раз пришел, ушел. Это вот эти дикари мои, сизашечки. А он челенок скинул себя, авантюрист. Смотрите, как опасно он стоит, смотрит. Как часовые. Как часовые. Это кто такой у меня? Это кто такой у меня? Тоже висит, стоит, бьет. Это все пескуны. О, смотрите, на какой высоте вдвоем стоят врачи. Это пескуны, я еще раз говорю, им по 3-4 месяца. Им по 3-4 месяца. Высота прямо неплохая. Вон они. Ну и как вы думаете, когда зимой копчик гоняет, голуби теряют бой или не теряют бой? Я уверен, на 1000000%, если голубь бойный, то ничего не теряет. Он просто в момент атаки, в момент сильного ветра, в момент сложной погоды, то есть когда голубь в стрессе, да, в этот момент он не теряет, он бросает бить. Видите, как выворачивается, по-моему. Вон они. Еще раз говорю, высота хорошая. Вот она, высота их. Видите, пугетти. Тянем опять максимально, чтобы зацепить. То есть момент опасности голубь бросает. Он не теряет, он бросает, просто в этот момент не бьет. Тогда вот, как сказать, когда мы торопимся, мы не едим, на что-то мешает. И вот в момент опасности их мешает что-то. Вот, стоит сейчас. Смотрю, по-моему, нет, не мутновато. Нормально. Как бы вот так, дорогие мои. Ничего подобного. Вот все вот эти фантазии. А вот когда, дорогие мои, когда берут одну породу, мешают с другой породой. Вот представьте, как это, да, говорит, там один из этих, говорит, я вот мешаю с ними, у них лед получается лучше, чем у бакинцев, бой получается лучше, чем у пакистанцев. Ну, конечно, лучше получится, чем у пакистанцев, если они не бьют или они бьют там через несколько лет. Да, у этих метисов бой будет пораньше, согласен. Но однако, если в нем закрепится бой пакистанцев, он опять потеряет бой. В общем, вот в этих случаях теряет. То есть причина в том, что голубь бросает, о, как выворачивается. Это от стариковского сына, который
Причина заключается не в том, что... В общем, что-то резко скинули, что-то есть опять. Ну, я говорю, я пока пошел, взял. Причина заключается не в том, что это, да, там, бой на голову бросает из-за этого за хищника. Нет, просто гены от другой породы всего-навсего передаются, берут вверх. Понимаете? Вот всего-навсего. Поэтому эти голуби теряют бой. Потому что это метисы, это полукровки, это не бойная птица, это полукровки, поймите. Поэтому они теряют бой, они теряют лед. От любых вещей они могут потерять все свои качества. Всего-навсего, дорогие мои. А если птица держится, он, ну, по-моему, сейчас может на него что-то слишком быстро летит наверху. Мелкается, но очень быстро летит прямо. Когда вот сильный ветер тучи уносит, вот таким, как истребитель сейчас. Ну, высоко. Высоко. Сейчас будет, наверное. Будут атаковать. Только не знаю, я дождусь этого или не дождусь. Он другой белый. Дождусь их или нет. Он второй белый тоже появился там. Один, второй, это вот стариковский сон. Что получается, 2, 4, 5 сидят, 7 должны быть в небе, 1, 2, 3, 1, 2, 3, и 4, он себя резко скидывает, 4, 5, 6, еще 7 должен где-то быть. 7-го может покрыть уже. По-моему, челенок там еще 7-й. Да, челенок вроде должен быть. А это вообще февральский пескун. А черный чубатый, так и беленькая точка на голове. Это от него. Там солнце мне мешает, я не буду. Подожди, да, вот она и. Он сверху себя, по-моему, челенок скидывает. Вот он стоит, красава. Нет опасности, птица раскрывается. Есть опасности. Птица начинает летать дикарем. Высота хорошая, дорогие мои, очень хорошая, неплохая высота, вот они. Видите? Это я всегда тяну максимально, ну, чтобы показывать, и так максимально тянем, точки показываю. Вы представляете, на обычном, если я буду снимать это синее небо там или белое небо снимать, смысла не вижу. Где-то здесь. Да, но челенок я сейчас не вижу. Челенок еще больше. Прям хорошенькие результаты показывают. Нравится мне. Я сказал, что он, скорее всего, отца переплентать. Только. Как говорит, но ему еще чуть-чуть полететь до прилета скворцов. И вот, понимаете, самое обидное, когда вот человек от 41 до 45 прошел все одни медные трубы и на 8 мая застрелил. Это, да, убили. Вот это обидно, понимаете. Вот будет обидно, если все буквально день до прилета скворцов возьмет копчик или разорвет, или убьется, опять же, я еще раз говорю, селекция, совершенствование породы. Если у него качества будут не те, мне не интересно. Честно, не интересно. Птица должна работать. Еще вот, вчера еще там
комментариях читаю, ребята говорят, там желтый глаз, белый глаз, там этот. Дорогие мои, все вот это брак, это не брак. Сейчас я на паузу поставлю. Вот, да, и вот там желтый глаз, белый глаз. Друзья мои, все эти цвета, цвет глаз, цвет пера, цвет того, цвет это все дикарь. Что-то дикарь пошел опять. И при том конкретно скидывает себя. Вот он белый, хрячит. Второй пока пикетти, челенка не вижу. Так, сейчас попробую голубятни я покажу. Так, сейчас отдаю. По-моему, здесь это голубятни, его не выпустим. По-моему, здесь должен быть. Ну, в принципе, потяну, чтобы видно было по цвету. Вот смотрите, дорогие мои. Вот белый цвет. У них темные глаза. Темный цвет. Светлые глаза, да, там желтый назовите, белый назовите, как хотите назовите, да, там. У нас очень многие там берут, глаз должен быть такой, глаз это должен быть. Так, значит, вот этот пескун, видите, с кантиком. Глаза темные, значит, карие, даже не желтые, видите, у них глаза карие, видите, вот он, цвет глаз. Вот этот пескун, это от черного голубя, видите, клюв у него черненький, корпус белый, кантик черненький, но ему передалось вот это, у него в крови есть белый цвет, и вот доминирующий цвет стал белым. Посмотрите, у темного желтые глаза, у темных цветов, у темных там желтый, да, белый, как хотите, да. То есть все вот это, ну если голубь белый, у него темные глаза. Если он цветной, хотя вот челёк это, да, красавчика, смотрите, у него белые глаза, у него как от темного. Почему? Да потому что вон она, папа, темный. Понимаете? Все вот эти цвета, вот она, видите, вот, все вот эти цвета передаются по окрасе. Это у нас когда голубятникам показывать нечего в небе голуби, да, как эти голуби летают, как эти бьют, и вот начинают, а вот у него там глаза должны быть такие, а вот чубчик должен быть такой, а вот, да ни хрена ничего не должно быть такое, голубь должен летать и радовать вам, всего-навсего, а уж какого цвета глаза там, папина глаза или мамина глаза, да какая разница, чьи глаза. В общем, чья цвет кожи, да, там. Главное, чтобы этот голубь летал, радовал, бил, уходил, не пропадал. Вот что главное. В общем, вот он. Камильджан, это вот этот пескун. От стариков, о котором я говорил. Вот, видите. Который тоже скинул себя. И он там. Так, ну все, дорогие мои, мне уже надо ехать. Мне уже не получится долго задерживаться, потому что это опять чуба там. Бой присутствует у всех. И это все пескуны. И все вот это фантазия. Получите породистых, как говорит, породистых курей, получите породистых, чистых голубей, и у вас ничего не пропадет, понимаете? Ничего. А когда вы получаете метисы, вот в этом случае все у вас получается, да? Но многие говорят, нам нравятся метисы, понимаете? Ну, дорогие мои, никого не хочу обидеть, но кому-то и нравится быть голубым, но ему тоже это нравится, да? Кому-то нравится быть наркоманом, кому-то нравится быть алкоголиком, ему тоже все это нравится, но это не говорит о том, что это правильно. Понимаете, поэтому, ну нравится, ну получите метисов, гоняйте и радуйтесь, понимаете, но это неправильно. Как и неправильно быть голубым, быть лесбиянкой, быть там родителем номер один, родители номер два, но есть какие-то ценности в конце-то концов, да, там, быть алкоголиком, быть тунеядцем, быть тем, но это все пороки. Но если нравится быть порочным, да ради Бога, это ваш выбор. Ну все, удачи всем, дорогие мои, я побежал.